Дурно пахнущая река с пенными берегами. Речка Рахма превратилась в незаконный канализационный слив. Речка протекает в советском районе и большей частью представляет собой маленькую городскую речушку. Не самую чистую и благоустроенную, конечно, но и не слишком загрязненную. Однако, где-то между Нижним Новгородом и Волгой вода в этой речке превращается в канализационные стоки. Об этом нам сообщили садоводы, живущие в пригороде. Вся вода в хлопьях. Вот, близко подойдите. Вы видите хлопья? Вонище. Приходим отдыхать и вот нюхаем вот это вот зловоние. Вон слизь такая, видите, вон внизу. Вот все это наседает, это как будто водоросли получаются. Но это не водоросли, а это вот именно вот то, что течет вот, с водой. Самое плохое, самое важное то, что это все течет через сады, люди нюхают, а все это течет неочищенную Волгу. И все это потом, куда мы воду-то пьем, откуда, из Волги? Вы знаете, какая была чистая вода? Ребятишки даже ловили здесь рыбу. Рыбу даже, а лягушки квакали, думаю, господи, слава богу, дожили для лягушек. И утки, и андатры. Да, ну, вся да, была. Да. Сейчас даже ласточек нет. Раньше, я говорю, вот когда у нас не было воды, мы даже брали воду из речки поливать, а тут около нее находиться страшно только поливать. Это из отстойников идет, потому что я с этим делом была связана, я знаю, что такое в отстойниках какая вода, она не лучше, чем вот сейчас течет, и запах такой же. Как в отстойниках, вот на очистных сооружениях. Вот вам и источник загрязнения. Нашли. Вот она, чисто идет, вот. А там как за пруда. Видите, какая водичка хорошая пошла. О, аж бурлит. Смыли, наверное. Вот уж под землей никак не пройдешь и не узнаешь, откуда течет это все и откуда, куда ведет эта труба. Ну, в общем, нашли то, что искали. Вот, смотрите, бумага. Ну, все это вот, вот. Вон поплыла бумага. Явно канализация, что ж еще может быть? В этом месте Рахма течет в чистом поле. До города километра полтора, а эта труба идет под землей. И выходит куда-то в Кузнечиху. И выяснить, кто же вот так вот запросто гонит в реку канализационные стоки, мы просто не в силах. Но всю имеющуюся информацию мы передали в Министерство экологии. Там обещают со всем разобраться.